нашел немного свободного времени и решил снять обзор на машинку для спуска края кожи Аврора А801. Я ее использую уже более полугода, и кое-какие основные моменты, в принципе, по работе с этой машиной я могу показать и уже знаю. Это машина для спуска края кожи, по-другому еще называется шерфование, утончение, кто-то утонение называет. Все называют по-разному, края кожаных деталей и любых других деталей. Например, можно также снимать край детали картона, ну или других прокладочных материалов, которые используются для изготовления кожаных изделий. Очень часто такую машину вы могли увидеть на роликах, где изготавливают обувь. У меня на канале я ее частенько использую в своих мастер-классах для того, чтобы не снимать край кожи вручную, хотя раньше, в принципе, я использовал брусовочный нож, но это довольно-таки долго. У меня есть вот такой вот ножик. В принципе, можно использовать за место вот этой машины, но это очень долго, не совсем иногда бывает качественно, можно снять. Особенно, когда кожа мягкая, очень сложно снимать край кожи. Давайте остановимся вкратце на параметрах этой машины. Ширина среза от 15 до 50 миллиметров, вот ширина вот этой вот лапки, ширина среза от 15 до 50 миллиметров и максимальная скорость, которая предназначена для работы на этой машине, 1200 оборотов в минуту. Я приобретал эту машину примерно полтора года назад, и тогда она мне в комплекте, а что входит в комплект, это сама голова, то есть это железная штука целиком, сама машинка. Далее необходимо приобрести было мне стол. Специально для этой машины идет стол и двигатель. Я приобрел серводвигатель мощностью 550 Вт. Для этой машины вполне достаточная мощность. Не нужно приобретать более мощные двигатели, я считаю, что нету смысла. И по тем деньгам, полтора года назад, она мне обошлась 37500. Сейчас я посмотрел на сайтах примерно стоимость такой машины в комплекте, который я назвал, составляет примерно 44 тысячи рублей. Это данные на январь 2021 года. Причем сама машинка, то есть сама голова, стоит 32500 примерно. В комплекте поставки к этой машине у меня шла непосредственно сама машина, когда я заказывал. К ней идет инструкция на вполне понятном китайском языке. И тут, в принципе, в инструкции только можно прочитать ее на английском и китайском. Ну и также есть картинки кое-какие. Помечены основные детали. Ну, то есть она больше, наверное, для механиков подходит. То есть какая деталь, какой номер у какой детали и как примерно это все дело собрано. Также тут у меня шла инструкция для серводвигателя на русском языке, там на двух страничках. К этой машинке также шли дополнительные инструменты. Это вот такой вот ролик. Не знаю для чего он, скорее всего, для очистки наждачного камня, по которому двигается кожа. Далее такая штучка шла. Я большую часть этого инструмента, в принципе, не пользуюсь. Какой-то ключ вот. Не знаю, что-то им крутить. Далее, вот эта штука, наверное, чтобы кожу вытаскивать, какой-то крюк. Больше похоже, конечно, на орудие пыток. Так, и какая-то еще приспособа. Вот такого плана. Это, как я понимаю, тоже, чтобы чистить, наверное, камни. Может, ее можно прикрутить под низ. Я это ничего не прикручивал, просто это все лежит. Пока что машина работает, я туда не лезу. Так, далее в комплекте шло три лапки. Вот эта лапка, которая у меня стоит. У меня стоит лапка шириной 25 мм. Далее лапка 15 мм. Лапка 15 мм и лапка 40 мм. Вот, в принципе, вся комплектность. Также я рекомендую, когда вы будете покупать данную машину, если у вас еще нет такого инструмента, обязательно купить толщинометр. Ссылка на толщиномер на AliExpress я оставлю внизу под видео. И там же оставлю несколько ссылок на основные расходные материалы, которые понадобится, может быть, в процессе вам работы с этой машиной. Например, нож, точило,
точильный камень заточенный, потом вот этот вот камень, который подает кожу, ну и так далее. Это все будет внизу под видео. Итак, теперь давайте рассмотрим принцип работы данной машины. Как вы заметили, на ней очень много всяких разных крутилок, ручек. Для чего все это, в принципе, нужно? Давайте разбираться. Так как инструкция на китайском языке, и когда вы купите машину, я не знаю, будет ли там инструкция на русском, хотя бы пару слов о том, как ей пользоваться. Давайте я вам расскажу и покажу основные регулировки, которые используются, могут использоваться в данной машине. Ну, для начала остановимся на самом принципе работы данной машины. Она работает следующим образом. У нее так же, как и на обычных швейных машинах, есть лапка прижимная, опуская которую вы прижимаете кожу к подающему валику. Подающий валик выполнен в виде такого какого-то абразивного камня, для того, чтобы кожа по нему не скользила, а она направлялась напрямую на нож. Вот эта круглая часть на машине, это и есть нож, который брусует, утончает, вернее, кожу. На данной машине используется серводвигатель, поэтому при включении, вот я его сейчас включил, ничего не происходит. Она начинает работать только после того, как я нажимаю на педаль. Как происходит процесс непосредственно работы? Вот при нажатии, видите, нож крутится и поддающий ролик. И давайте попробуем на примере, как проходит через нее кожа. Возьмем какой-нибудь кусочек кожи. Ну, в данном случае у меня вот есть такой краст. Ну, вот у краста у этого толщина примерно, не знаю, видно или нет, но примерно 1,7. Я ложу кожу под лапку, опускаю лапку, и лапка должна прижать кожу. Вот, она не болтается. Чтобы можно было ролику свободно протянуть эту кожу, то есть лапка прижимает кожу к ролику подающему, он шершавый, он крутится и подает кожу на нож. А нож уже, в свою очередь, брусует данную кожу, снимает край. Вот. Вот она была 1,7, а стала после брусовки 1 миллиметр толщиной. Вот таким образом, такой принцип работы у данной машины. Теперь давайте рассмотрим все настройки, которые можно использовать при работе. То есть покрутим все ручки, нажимаем на все рычажки и посмотрим, где, что и как регулируется. Ну и начнем, наверное, сверху. Сверху, как и на обычной швейной машине, у нее есть подъем и опускание лапки. Нажимая на этот рычажок, происходит поднятие и опускание лапки, которая давит на подающий ролик. И вот этот вверху еще есть винтик, регулировка. При помощи нее производится более точная регулировка нажатия на кожу лапки. При заворачивании по часовой стрелке, вот я кручу этот ролик, и лапка либо поднимается, либо опускается. Для удобства использования на этот ролик я нанес маркером пометку сделал, чтобы было понятно, насколько я, в принципе, его повернул. На оборот, на полоборота, на 1/4 оборота, на сколько градусов я его поворачиваю. Чтобы примерно хотя бы ориентироваться, насколько снимается край кожи. Ведь при большем нажатии лапки на кожу происходит больший съем, утончение кожи. Переходим вниз. Здесь есть регулировка лапки. При закручивании вот этого винта лапка подается вперед, носик лапки. Вот видите, я кручу, и она подается вперед. Если я кручу назад, то она наоборот подается в эту сторону, то есть приподнимается. Это нужно для того, чтобы сделать утончение края кожи, например, под углом, а не параллельно лапке. Кроме того, когда вы отрегулировали, то есть насколько вам нужно поднять либо опустить лапку, вот здесь вот есть стопорная гайка, закрутив которую, она не даст лапке ходить туда-сюда. Лапка уже установлена надежно и прочно. Вот этот винт
служит для того, чтобы зафиксировать линейку ограничительную, которая используется для того, чтобы ограничить тот участок кожи, который вы будете утончать. То есть, например, вам необходимо утончить кожу на 2 мм, вы выставляете 2 сантиметра, вернее, вы выставляете 2 сантиметра и фиксируете линейку. Соответственно, когда вы протягиваете кожу, вы упираете ее в линейку. И происходит утончение ровно на эту величину. Вот этот вот винт необходим для того, чтобы установить лапку. При установке он откручивается, лапка вынимается, ставится новая, и он закручивается. Теперь давайте разберемся с винтами, которые расположены с левой части машины. Для начала посмотрим вот на этот винт. При откручивании либо закручивании данного винта меняется положение подающего ролика. Он движется либо вверх, либо вниз. Я кручу сейчас по часовой стрелке, он идет вниз. Кручу против часовой стрелки, он идет вверх. У него есть также фиксирующая гайка. То есть отрегулировали, зафиксировали. Следующий винт у машины, вот этот. Для чего нужен этот винт? Когда я кручу данный винт, подающий ролик меняет свое положение. То есть он либо наклоняется вперед, либо наклоняется назад. Вот так вот. То есть вот так вот ходит. Вот сейчас я его буду откручивать, и смотрите, что будет происходить. Видите, он вплотную подошел к ножу. Закручиваю, он отходит. Это также необходимо для того, чтобы срезать край кожи под определенным углом. У этого винта также есть фиксирующая контрагайка. У этих двух винтов есть еще и дополнительные настройки. Это вот этот винт, он регулирует усилие пружины, с которой она давит на тягу, а та, соответственно, на подающий ролик. И с такой силой, соответственно, он и будет прижиматься, то есть отклоняться. Здесь также есть машины. У этого винта дополнительная регулировка. Также натяжение в виде вот такой вот скобы передвижной, которая также регулирует усилие, с которым ролик прижимается кверху или опускается вниз. Теперь давайте посмотрим на вот этот блок ручек. Эти две ручки используются для заточки ножа. Эта ручка включает заточку. То есть ее просто нужно вот таким образом приподнять и немного вниз опустить. Она тут упирается на болтик и, соответственно, включается привод заточки, который работает также от серводвигателя. Эта ручка регулирует подачу заточного камня на нож. Внутри машины расположен заточной камень, который точит нож, который, соответственно, срезает край кожи. Вот, при нажатии данной ручки включается передача, которая двигает этот нож. Если я ручку выключаю, то, как вы видите, сам заточной камень не двигается. Как произвести заточку? Точить нож нужно всего лишь несколько секунд. То есть там вообще быстро он не точится, он должен просто правиться. Крутя вот ручку вторую, которую я вам показывал, против часовой стрелки производится приближение заточного камня к ножу. Вот по часовой кручу, вот против. Как вы видите, камень приближается к ножу. Против часовой стрелки поворачиваю ручку, крутилку, которая приближает заточной камень к ножу постепенно. И производится заточка. Не забывайте после того, как вы заточили, подальше отвести заточной камень от ножа,
закрутив крутилку по часовой стрелке, и выключить, нажав на ручку выключение камня, чтобы камень лишний раз не вращался и не изнашивался ремень. Вот сейчас я выключил, все, нож крутится, камень стоит. Против часовой стрелки, крутя данную ручку, мы приближаем камень и затачиваем нож. По часовой стрелке отодвигаем камень от ножа. И затем, нажав вот на этот рычаг, вот сейчас он в включенном состоянии, вот так он в выключенном состоянии, отключаем камень от привода. Осталось нам рассмотреть лишь вот эту ручку с таким вот интересным приспособлением. Крутилка, так называемая. Так, при покупке машины она может быть не отрегулирована. Вот эта вот крутилка регулирует движение ножа вправо-влево, вот так вот он ходит. То есть приближается, либо удаляется от лапки. И необходимо его отрегулировать таким образом, чтобы он как можно ближе подходил к прижимной лапке. Так как чем он ближе, тем более плотно придавливается кожа, но в то же время нож не должен касаться никаким образом прижимной лапки. То есть чем он ближе к прижимной лапке, тем лучше подается на него кожа. И соответственно она лучше тут придавливается, и он лучше ее режет. Если нож будет отодвинут далеко от прижимной лапки, то кожа будет резаться либо ломтями, кусками, либо не будет вообще брусоваться. Крутя этот самый ролик по часовой стрелке, мы отодвигаем нож от прижимной лапки. По часовой стрелке он наоборот приближается к прижимной лапке. Примерное расстояние от лапки до ножа должно быть около полумиллиметра. Ничего сложного, все настройки довольно-таки простые, несмотря на обилие их разнообразных крутилок, вертелок. Теперь давайте перейдем к практике. Я вам покажу, как снимается край кожи и производится двоение. Для каких операций обычно используется данная машина? В обуви это утоншение либо брусовка края кожи под загибку. При производстве сумок также делаются сумки в загибку. Там, где, к примеру, вшивается молния, обычно делается загибка. Также делается двоение кожи, то есть снимается лишняя толщина кожи для того, чтобы можно было использовать при производстве сумок различные прокладочные материалы, например, типа картона, типа изолонов или спанбондов. Так как если не снять лишнюю толщину кожи, то придать жесткость такой коже довольно-таки проблематично. Хочется, чтобы кожа была в определенных местах жесткая, но в то же время она не должна быть сильно толстой, чтобы изделие было довольно-таки лаконичным и негромоздким. Поэтому снимается лишняя толщина кожи, производится двоение кожи. Можно использовать опять же эту же машинку. Но единственное, что при утоншении кожи на этой машинке, в отличие от двоильных машин, нельзя будет использовать второй слой кожи, который остается после двоения, так как он будет выходить оттуда полосками, шириной примерно 5 см. Первое, что необходимо вам сделать, это отрегулировать расстояние между ножом и подающим роликом. Необходимо использовать вот этот и вот этот регулировочный винт, чтобы отрегулировать угол наклона подающего ролика по различным осям. После того, как вы отрегулировали, то есть всегда должно оставаться расстояние между подающим роликом и ножом. И чем толще кожа, тем должно быть, и чем больше вы хотите брусовать, тем больше должно это быть расстояние. Так, вот я выставил расстояние. И следующая регулировка, которую вам необходимо сделать, это отрегулировать прижим лапки. То есть, чтобы кожа тут держалась, чтобы ролик мог ее протягивать. Так как если она не будет держаться на ролике, он не сможет ее нормально протянуть. То есть, он будет пробуксовывать. И, соответственно, у вас утоншение может получиться неправильным. Кроме того, не забывайте использовать линейку. Вот эту вот регулировочную рейку, линейку так называемую. И если вы хотите утончить кожу на определенную величину,
то кроме этой линейки я рекомендую использовать еще обычную линейку, чтобы точно установить, на какую величину вы будете регулировать, так как здесь также нанесены деления, но они нанесены через 5 мм, сантиметр, полтора, два и так далее. А если вам нужно утоншить кожу, например, 1,2 мм, то есть под загибку, то необходимо использовать обычную линейку от края лапки, отмерив расстояние. И перед тем, как вы начинаете работать с любой деталью, то есть с каждой кожей, необходимо взять пробный образец, хотя бы маленький кусочек кожи, и проверить на ней, как у вас происходит брусовка, то есть утоншение края кожи. Если оно будет происходить как-то не так, то необходимо опять же отрегулировать машину, и только после этого еще раз сделать прогон, и после того, как вы останетесь удовлетворены полученным результатом, можно уже брусовать те детали, которые вы накроили. Ну вот давайте попробуем. У меня вот есть флоттер. Это довольно-таки мягкая кожа. И брусовать ее, знаете, еще то удовольствие ножом. Поэтому будем брусовать ее, используя брусовочную машину. Вот ролик прижимает кожу. Кожа не выскакивает. То есть сильно тоже надавливать не нужно, чтобы прям вдавливал туда в камень. Почему? Потому что если вы сделаете очень сильное нажатие, то, соответственно, будет идти большая брусовка, то есть на большую величину. Так, прогоняем и смотрим. Была у меня кожа 1,6, стала 1,1. Получается, примерно на 5 мм я произвел утоншение края кожи. Но этого мало, если вы будете делать в загибку. Соответственно, нужно сделать побольше. Хотя бы, чтобы было 0,7, хотя бы 0,6. То есть я беру, и здесь у меня вот вверху, я вам показывал, где опускается лапка, есть регулировочный винт. Вот он. И на нем, я вам показывал, есть метка. И если его крутить по часовой стрелке, то лапка будет постепенно опускаться. То есть я могу отметить, где был этот вот, где эта метка, и, например, на полоборота его повернуть. И еще раз попробовать, как у меня получится на образце. Только сразу говорю, обрезайте то, что вы уже сделали, так как результат получится некорректным. То есть вот то, что шурфовали, обрезали, а потом только прогнали. Иначе, если вы будете прогонять то же самое, то, скорее всего, тут, может, у вас и получится, а на той коже, где еще не было шурфовано, то есть утончена она, может быть, результат совсем другой. Ставим. На полоборота я ее повернул. На 1/4, вернее. Ну вот, уже 0,9. То есть еще повернуть на полоборота, пройти, и будет тогда 0,7. Вот именно так, то есть методом проб и ошибок подбирается, как выставить регулировки при брусовке изделия. То есть берется кусочек кожи, и на нем оттачиваются, уже проверяются все регулировки. Просто взять кожу, например, вот, например, сейчас у меня флоттер, я возьму какую-нибудь другую кожу, например, вот такую с покрытием, и пытаться буду ее прогонять, она другой толщины, она другой фактуры, она другой плотности, и совершенно другое будет, утоншение. Вот я прогнал. Ну вот, 0,8. Подгинать можно. И спокойно прошивать. Теперь, каким образом сделать утоншение кожи под углом? Для этого необходимо отрегулировать, используя вот эти вот винты, вот этот вот винт, положение лапки, то есть как она будет давить на кожу. Сейчас я ее подкручу маленько. И, соответственно, она будет неравномерно надавливать на кожу. Я ее маленько завалил в ту сторону, получается, назад. Она, получается, будет у меня зад давить больше, а передняя часть будет давить меньше. И, соответственно, срез будет у меня идти под углом. Вот у меня кожа пока что не брусованная. Ставлю. Такое утоншение используется для производства обуви, для того, чтобы при подгибке, вот здесь вот, в этом месте, при загибке, при подгибке,
вот здесь, не образовывалась лишняя толщина, которая вам будет давить ногу и натирать мозоли. Так, это вот вторая операция, часто распространенная, которая используется. Следующая операция – это двоение. Вот у меня есть такой кусочек краста, опять же. Он довольно-таки толстый. Предположим, что это какая-то деталь. Она уж, смотрите, какая же, 2,3 что ли. Вот. 2,3 миллиметра. И я хочу ее сделать тоньше, всю деталь вот эту, не только край, а всю. Примерно до, ну, я не знаю, миллиметра хотя бы толщиной. Ну, чтобы использовать, например, ее для кошелька, который будет делаться в загибку. Ну, этот просто чисто пример. Показываю только для примера. Конечно, такую вот кожу я использовать для кошелька вряд ли буду. Скорее всего, это будет кожа с тиснением, с каким-то либо покрытием. Но как это делается? Для начала необходимо будет поменять лапку на более широкую. Вот тут вот есть винт, который откручивается и производится смена лапки. Тут есть что-то типа стопора. Да, при замене лапки обязательно выключите машинку, потому что вдруг вы тут работаете около ножа. Если вы вдруг случайно пальцем сюда залезете, то пальца может не быть потом. Так, вытаскиваю лапку. Она стоит вот на таком вот штифте. Штифт оставляю, лапку меняю. Вот пружина вот под эту вот, ее обязательно не забывайте. Так, и все, и закручиваем. Да, лапку необходимо выставить, чтобы она была параллельно. Чтобы не было перекосов, иначе у вас двоение не получится качественно, оно у вас будет идти с перепадами по толщине кожи. Ложу и поехали двоить. При двоении необходимо убрать вот эту вот линейку. Она не нужна. На 1,1, а была 2,2. То есть получается, ну, получается в два раза вдвоем. Далее снова ставим лапку. С того места, где закончили, и снова двоим. Вот что получается на обратной стороне. Если лапка у вас стоит параллельно, у вас не будет здесь перепадов по глубине. Вот у меня сейчас она стоит параллельно, и перепадов как таковых нету. Да, вот есть небольшая, видно, где проходила лапка, прогоны, но это ничего страшного. Вот я отдвоил эту нашу, так сказать, предполагаемую деталь. Вот такие вот у меня получились обрезки. Это бахтарма, которая тут была, то есть примерно 4 сантиметра шириной, так как лапка 4 сантиметра. И получается, что я ее отдвоил в два раза, то есть сделал 1,1. Можно сделать было еще тоньше, но я сделал 1,1. Просто для примера, чтобы показать, что на этой машинки, в принципе, можно двоить кожу и шить мелкую кожгалантерею. Если у вас небольшие объемы производства, не несколько сотен кошельков в день, то использовать данную машинку, например, для домашнего использования, для двоения кожи, вполне себе бюджетный вариант. Также, используя данную машину, можно работать и с толстыми кожами. Вот у меня шорно-седельная кожа толстая. Толстая это 3,2. И если вы шьете сумки вручную, то у вас получается там, где стенка соединяется с ботоном, ну, по-другому, если не понимаете, где у вас передняя часть сумки соединяется с боковой, то желательно боковую часть сумки, чтобы она не загибала перед сумки, особенно в углах. То есть я вижу, некоторые шьют, и углы как бы вот так вот загибаются. Так как кожа толстая и согнуть ее очень сложно. Так вот, чтобы этого не происходило, то можно, используя данную машинку, снимать край кожи
опять же, у боковой детали, и тем самым передняя стенка у вас будет толстая, а боковая деталь, боттон так называемый, у вас будет тоньше. Он будет прогибаться, и, соответственно, у вас она не будет выпирать швом вперед. Вот такой кусок у меня вывалился с машинки. И утоншил я эту кожу на 2,3 миллиметра, оставив здесь примерно 1,2. Вот, к примеру, у вас передняя стенка сумки, ну то есть перед, а вот боковая. И чтобы у вас сюда не выпирало на углах, вы сшиваете ее вот, даже в стык можно вот так вот сшить. За счет того, что у вас боковая часть тоньше, чем передняя, у вас получается, что она не будет вылазить, то есть не будет отгибать перед, а будет ровно идти вот таким вот образом. Будет такая красивая будет у вас сумка. Вот здесь у вас будет идти шов, и вот так вот это будет выглядеть. Тоже как один из вариантов использования данной машины. В заключение хочется сказать, что данная машина довольно-таки удобная в обращении. Она, я думаю, рассчитана больше на домашнее использование, нежели использование в цехах. То есть, если у вас небольшое handmade домашнее производство, мелкой кожгалантерии, сумок, либо шьете вы обувь себе, например, или кому-то на заказ, и небольшими объемами, то вот эту машину, в принципе, можно использовать. Все остальные типы машин других марок, типа Jack, Typical, ну и прочие, там очень много различных машин китайского производства, они все примерно идентичные. Настройки у них примерно одинаковые, работают они примерно одинаково. Надеюсь, этот видеоролик был полезен. В будущем также планируется снять видеоролик еще на одну швейную машину, но это пока в планах. Если, как говорится, желания совпадут с возможностями, то будет приобретена еще одна машина. Я уже знаю, какую я хочу купить. И она также мне очень необходима для пошива будет сумок. Для дальнейшего пошива сумок, для изготовления выкроек для вас и мастер-классов, которые вы можете бесплатно смотреть на моем канале.